Больному ребенку материальная помощь нужна постоянно. Даня Галкин с тяжелой формой ДЦП не исключение. Буквально на днях мальчик перенес операцию по методу Ульзибата – устранение мышечных рубцов. Стоимость процедуры по рассечению мышц – ребенку сделали 14 надрезов – стоила 30 тысяч рублей. Деньги на операцию выделил фонд «Родной город». 27 марта Даня и его бабушка Ольга Яковлевна отправляются на реабилитацию в город Волжский. На это потребуется еще 60 тысяч. Летом восстановительный курс в городе Клине, в центре Шамарина. Счет составляет 90 тысяч рублей. Ольга Яковлевна – пенсионерка. Сейчас она надеется только на помощь неравнодушных людей. Я заметила то, что у меня стопы стали намного мягче. То есть он встает сейчас на полную стопу. Опоры стал сидеть лучше. Вот. И нужна реабилитация после операции. Обязательно нужна, иначе операция бессмысленна.